Я, в принципе, сам не против прошутить про тормознутых эстонцев и тормознутых эстонских артиллеристов. Но ты знаешь, мы, во-первых, давай будем вот честными и справедливыми к себе. Мы, во-первых, долго шутили про украинскую армию. И как-то теперь многим не до шуток. Мы шутили про американское оружие. Скажу тебе, ну, как бы после достаточно близкого знакомства с хаймерсами и со 155-ми снарядами, ну, как бы не очень смешно, видя, как они разбирают достаточно точно наши склады с вооружением и наши штабы. Ну, то есть я бы вот чуть-чуть, я понимаю, это очень важный как бы тональность, что типа всех мы намотаем на одно место. Мы как бы намотаем. Но вот как бы мотается оно все не так быстро, как хотелось. Бояться...